Форцина, КПП Форцина, основное КПП. 29 декабря 2023 года. В эту сторону по дороге можно выйти на станцию Форцина. Там же Д-линия проходит. Ну а за спиной сейчас мы развернемся на выход из военного городка. С правой стороны будет расположение войсковой части строителей. Было. Сейчас там только стела. Дальше также с правой стороны будет расположение автомобильного батальона. Ну и там же речушка. Мост через речушку. Ну-то. Времени 12 часов. 8 градусов тепла. Вот уже все рассказал, можно заканчивать. Еще надо поздравить с наступающим Новым годом, и можно точно завершать видео. Да, Новый год уже рядом. Поздравляю подписчиков канала на YouTube, гостей канала, участников групп, с кем мы долгое время сотрудничаем. С наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. Это первая казарма здесь вот. Сейчас мы... Вот зашли мы даже сюда через забор. Зашли, да, камера зашла. Вот прямо в центре это элемент столовой. Ждали столовой? По-моему, это тут. Столовая — это школы прапорщиков. Вот мы уже вышли через забор. Да, мимо проезжал, можно сказать. Шлагбаум открыт был, и мы заскочили сюда. И сделаем видео с участием КПП. Вот как оно выглядит в настоящее время. Вот видно, что было, был дождь недавно, вот лужа. Все было, и дожди были, и снег. А вот Новый год будет уже плюсовая температура до 10-11 градусов. Вот какая тут ужас. Ну и тут заглянем поближе. Вот здесь это был всегда. Мы видели шиповник. А вот он и есть, только что он без плодов, без цветов. Под полукругом забор идет. В этом здании, вот тут КПП, это склад, склад продуктовый. Вот там дальше также склад, дальше здание. Хранилище овощей. Вот мы куда посмотрим через забор. Вот это КПП. Здесь написано, что внимание, тут нельзя находиться, а мы не находимся. Вот первая казарма и столовая, которую мы уже видели. А прямо, если пойдем, и как раз будет гарнизонный клуб и дом офицеров. Прямо. С левой стороны, вот так, за этим зданием сразу, там будет уже штаб войсковой части. 63. Выскочила. Не буду вспоминать. Напутаю. Да, потом плац будет. А с правой стороны, вот мы видим уже это столовая. Дальше там уже территория школы прапорщиков. Вот теперь точно можно завершать видео. Посмотри, а да, вот мы развернулись, чуть правда не завершили. Вот тут дорожка, это для пешеходов. Вот она
так шла туда, заворачивала, и вот калиточку в эту. Там такие навесы приделаны. Навесы или как уж? Как она открывалась-то? Не похоже на навесы. Наверное, она все-таки не открывалась. Снизу вообще не видно. Ничего. Такие крышные не видно. Ну что-то вот тут за замками остаюсь. Автомобиль попался, мы тут на нем сегодня проехали, проезжали. Площадка, которая напротив. Гул стоит, там автомобильная магистраль проходит. Да, автомобильная дорога. Там, где ЖД линия параллельная проходит. Вот это здание, где были склады. Автомобиль этот, кто-то подъехал сюда. Посмотрели. Мы здесь, опять напоминаю, в канун Нового года, 29 декабря. Переменная облачность, было солнце, подъезжали сюда. Я успел пару фотографий сделать. Солнце скрылось. Ох, вот еще тут шиповник попался. Вот он. Реденький, но есть. Вот он какой. Вот здесь вдоль забора пешеходная дорожка или тротуар. Блин. Всем всего доброго, до свидания. До новых встреч. Наступающим 2024 годом. Форцина, 29 декабря.